полчаса подумал, почему бы мне не спеть. Я находился в карантине. Как вы знаете, оперные певцы должны заниматься, и у нас распев и голос называется. Поэтому я решил выходить на балкон и порадовать наших соседей. Скажу, что ощущения необычные, потому что первый раз, как известно, итальянцы очень любят творчество и пение, поэтому реакция итальянцев тоже для меня важна. Grande! Браво! Браво! Grazie! У нас есть знаменитые таджикские песни, фольклорные песни и современные песни, которые многие знают. В Таджикистане, там, например, «Республика моя» или «Мухаббат», «Я встретил девушку». Я к этому привык, думаю, нахожу время заниматься с теми вещами, которые у меня не было времени, например, много думаю, много читаю книг, например. У меня планируется дебют в большом опере, вот в опере «Богема» этой осенью, поэтому готовлюсь к этому ролю. А насчет ситуации в Италии, к сожалению, ситуация тяжелая, особенно в области Ломбардии, где я нахожусь. Там здесь свыше, в Италии уже зарегистрировано свыше 60 тысяч человек инфицированных. И, к сожалению, по смертям Италия сейчас находится на первом месте в мире. Проживая это время здесь, эпидемию, я, конечно, хочу обратиться к своим соотечественникам, быть в первую очередь ответственными к своей жизни, в первую очередь, и жизни близким, родным, потому что это и здесь, как снег на голову, вот в Италии, вот эта чрезвычайная ситуация, никто не ожидал. Поэтому меры, которые наши государства предпринимают, хочу сказать, что надо с большой ответственностью относиться к этому.